Так, хочу показать нашу детскую площадочку. Выполненную полностью из дерева. Здесь недалеко дорога. Но она вся огорожена, площадка. Вот в виде улья сделана. Здесь как бы такая мотивация, так в плане пасеки, в общем. Ну-ка глянем. Веселая площадка, мне нравится, чем эти пластиковые. Ну, пластиковые там, железные. Эти мне нравятся. Как-то вот ближе. Душевно. Детям тоже нравится. Опа! Вот такие тут веселухи. Веселушки детские. Кто-то забыл здесь одежду. Это часто у нас бывает. А там за площадкой находится лес. Сначала такая небольшая лесозона, приходящая в очень густой лес. С кабанами и со всякими зверюхами. Там сниму немного подальше. Ага. Иду, иду. Ага, сейчас подойду. Детишки здесь. Опа! Катались. А там у нас даже здесь в районе деревянный, ну, сделан такой деревянный туалет. То есть все так по-домашнему, по-деревенски. Десяткам такие вот развлекухи есть. Так, а тут где-то я даже находила лисички. Может быть, сейчас тоже будут. Даже здесь у нас что-то подобное растет. Так, мои там. Вот где-то тут. Лисёхи были. Ну, все, сейчас уже, конечно, ничего нет. Грибной сезон заканчивается. Так. Это мои детятки. Здесь так все посажено, все так аккуратненько. Земляничка посажена. Он до сих пор цветет. Земляника. Вкусненькая такая, мы ее пробовали. Ночью тут эти фонари светятся. Светятся. Ох. Береза. Красивенькая такая площадочка, уютная. Так хорошо выполнена, со вкусом. Пришли мы к пруду. Немного покажу наши прудовые красоты. Этот алый лотос довольно редкий. Редкий лотос. Ой-ой-ой, чуть я не провалилась. А вот там вот я уже показывала. Разводят. И разводят, и содержат золотых рыбочек. Рыбасечек таких.
такая вот у нас тут небольшая водная зона. Здесь купаться, конечно, нельзя. Вот стрекозёха. Где она там? В общем, а это что мы нашли? Так, это трутовик, это лисички, подосиновик и подберезовик.